Приветствую, друзья! Мы с вами собрались сегодня на решение сборник Ященко ОГЭ 2023. Это 19 вариант, вторая часть, первая часть точнее, вторая часть – это блок геометрии. А так это у нас с вами первая тестовая часть. Давайте приступим. Итак, задание 15. В треугольнике АБЦ угол С равен 106 градусов. Давайте пометим, что этот уголок у нас 106 градусов. Необходимо найти внешний угол при вершине С, то есть нам необходимо найти вот этот угол. Ну что в данном случае мы видим? В данном случае мы видим, что нам не очень-то треугольник и нужен. На самом деле, посмотрите, что нам нужно. У нас есть АС, у нас есть БС луч, этот угол 106, и мы понимаем, что у нас есть два смежных угла. То есть это угол АСБ и вот этот вот уголок, пускай здесь будет БСД. А что мы знаем про смежные углы? Мы знаем, что в сумме они дают 180 градусов. Значит, чтобы найти данный угол, нам нужно от 180 отнять 106. И мы понимаем, что это будет 72 градуса. То есть в данном случае в ответе мы пишем 72 градуса. И на этом задании 15 мы закончили. Задание 16. Хорды АС и БД пересекаются в точке П. БП 9. Давайте подпишем. БП 9. СП 15. ДП 20. Необходимо найти АП. АП неизвестно. Ну, здесь можно, конечно, идти издалека, рассмотреть, что у нас есть два подобных треугольника. А почему они подобны? Потому что у нас эти углы равны как вертикальные, а вот эти два угла равны, потому что они опираются на одну дугу АБ. Но зачем, если достаточно выучить одно свойство? Сейчас мы его с вами запишем. Оно звучит так. Если две хорды окружности пересекаются, то произведение отрезков одной хорды равно произведению отрезков другой хорды. Итак, пишем. Если две хорды... Этого нет в справочном материале, поэтому это желательно выучить. Если две хорды окружности... пересекаются, то произведение отрезков одной хорды равно произведению отрезков второй хорды. То есть смотрим, у нас одна хорда это АС, значит берем раз отрезок, два отрезок, раз отрезок, два отрезок. То есть АП умножить на ПС это то же самое, что ДП умножить на ПБ. То есть вот это желательно знать. И если вы будете это знать, соответственно, тут все решается довольно-таки просто. Берем АП за Х, тогда получаем Х на 15 равняется 20 на 9. Ну, я бы 20 на 9 не умножала, я разделю все на 15. Х равняется тогда 20 умножить на 9 и разделить на 15. 15 и 20 можно сократить на 5, 4 и 3. 3 и 9 можно сократить на 3. Мы получаем в результате 4 на 2, на 3, 12. Это наш с вами ответ в 16 задании, то есть 13. И приступим к 13 заданию. В задании 13.
диагонали АС и БД трапеции АБЦД с основаниями БС и АД пересекаются в точке О. БС 6, АД 13, АС 38. Необходимо найти АО. Ну, каким образом мы здесь с вами будем действовать? Ну, получается, из подобных треугольников. То есть, если мы эту сторону возьмем за х, эту сторону возьмем за 38 минус х. Треугольник BCO, вот этот треугольник, подобен треугольнику AOD. Почему они подобны? Легко доказать. Вот эти два угла у нас вертикальные. Этот угол равен этому углу, потому что они накрест лежащие. А раз треугольники подобны, значит, стороны пропорциональны. То есть у нас получается, что BC относится к AD точно так же, как OC относится к AO. То есть мы берем сторону маленького треугольника на большой треугольник. Опять сторона маленького треугольника на большой треугольник. Ну и тогда, соответственно, мы все это подставляем и получаем. Вместо BC мы подставляем 6, вместо AD 13, вместо OC x и вместо AO 38 минус x. Нужно было, наверное, наоборот взять, потому что нам AO нужно найти. Ну, уже потом выразим. Ну что, у нас получается пропорция крест-накрест. Произведение крайних равно произведению средних. То есть 6 умножить на 38 минус х равняется 13х. 6 умножаем на 38 минус 6х равняется 13х. 6х перекину в эту сторону. Получается 6 умножить на 38 равняется шестерку, мы перебрасываем с противоположным знаком, получаем 13х. Давайте подробно запишу. 13х плюс 6х. Это у нас получается 6 умножить на 38. Я специально не умножаю, потому что я понимаю, что у меня сейчас быстрее всего что-то будет сокращаться. 13 плюс 6х это будет 19х. Ну а теперь, чтобы нам найти на х, мы делим всегда на то число, которое стоит возле х. И тогда получаем, что x равняется 6 умножить на 38 разделить на 19. И вот оно, то, что я и предполагала. 19 и 38 можно сократить на 19. И здесь у нас получается двойка. Значит, x равняется 12. То есть 6 умножить на 2. Но так как мы за x с вами брали все-таки не то, что нам нужно найти, мы не АО брали за x, а мы взяли ОС, тогда нам нужно еще сделать одно дополнительное действие. Из 38 отнять 12. И мы в ответе получаем 26. И это то, что мы запишем в бланке ответов. 26. И мы приступим к заданию 18. На клетчатой бумаге размером клетки 1 на 1 изображен ромб. Найдите площадь этого ромба. Ну, если вы обратитесь к справочному материалу, то можете увидеть там следующую формулу, что площадь ромба у нас считается как первая диагональ, умноженная на вторую диагональ и деленная на 2, то есть полупроизведение диагоналей. Значит, нам нужно у данного ромба найти диагонали. Сделать в данной задаче, но для этого нужно просто провести эти диагонали и посчитать клеточки. Первая диагональ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть первая диагональ у нас 6. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вторая диагональ у нас 10. Подставляем. Первая диагональ 6. Вторая диагональ 10. И получается, что это нужно разделить на 2. Двойку и шестерку удобно сократить, это получается тройка. И тогда в результате мы получаем, что 3 умножить на 10 – это 30. Это как раз и есть наша с вами искомая площадь. То есть площадь ромба будет равна 30. Ну а на этом мы задание 18 закончились. У нас осталось 19 задание из блока геометрии. Последнее. Это задание «Наверно или неверно». Итак, 19 задание.
боковые стороны любой трапеции равны. Но это уже сразу должно где-то в голове возникнуть, что такое не всегда верно, потому что у нас ведь, смотрите, у нас есть прямоугольная трапеция. А если мы посмотрим на прямоугольную трапецию, ну явно эта сторона не равняется этой стороне. У нас есть разнобокая трапеция. Ну и, естественно, у нас есть равнобокая трапеция. Но тут-то речь идет о любой трапеции, значит, это утверждение неверно. Задание второе. Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон. Но тут вы четко должны понимать синоним слова смежные. Смежные – это значит соседние. Соседние. Ну и тогда, если мы с вами вспомним прямоугольник, площадь прямоугольника считается как А умножить на Б. А что такое А и Б? Это соседние стороны, это смежные стороны. Значит, это утверждение верно. Ну и рассмотрим третье утверждение. Тут понятно, что нам написали какое, но оно может встретиться в любом другом варианте, поэтому давайте рассмотрим. Центр, описанный около треугольника окружности, всегда лежит внутри этого треугольника. Ну что мы делаем? Мы строим окружность, отмечаем приблизительно центр и строим какой-нибудь треугольник. Треугольник же может быть у нас любой. Строим треугольник. Желательно построим так, чтобы сделать контрпример этой задачи, то есть предположить, а вдруг это не сбывается. И видим, что у нас центр, описанный около треугольника окружности, вот в данном случае не лежит внутри. А раз если у нас есть хотя бы один случай, значит, это утверждение неверно. Ну и получается, что мы закончили с вами 19 вариант, первая тестовая часть. Давайте готовиться к экзамену вместе. Я на сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.